На восстановительные работы в Жаназене из резерва правительства будет выделено еще 2 миллиарда 849 миллионов тенге. Сегодня премьер-министр Карим Масимов рассмотрел основные результаты работы правительственной комиссии. Приняты несколько постановлений по решению первоочередных социально-экономических проблем города и обеспечению занятости. Как отметил на заседании аким Мангыстауской области Боужан Мухамеджанов, в рамках карты индустриализации в Жаназене планируется реализация нескольких крупных проектов, в том числе по развитию курортной зоны отдыха Кендерли и береговой инфраструктуры Каспийского моря. Будут созданы тысячи новых рабочих мест. Уже сейчас в городе заявки на трудоустройство подали более 1500 человек. Нами полностью проработаны проекты, включенные в план, комплексный план развития города Жаназен до 2020 года. Имеется возможность обеспечения занятости населения города Жаназен на производствах, создаваемых в рамках карты индустриализации. Сегодня же на заседании председатель правления Самрук Казына Умерзак Шукеев предложил завершить работу правительственной комиссии и перейти на плановую работу. По его словам, в помощь городу 5 областей Казахстана уже перечислили по 100 миллионов тенге. Сейчас вопросы жизнеобеспечения города находятся на полном контроле. Завершены работы по очистке, продолжается благоустройство микрорайонов и восстановление разрушенных объектов. На станции Шипе в селе Тенге все восстановительные работы завершены полностью. Я считаю, что миссия этой комиссии на сегодняшний день выполнена. Все срочные меры мы отработали достаточно эффективно и своевременно. Перспективы развития телерадиовещания в Казахстане обсуждали сегодня в Алматы международные и отечественные эксперты, представители МПО, а также различных министерств и ведомств –